Мобильный напольный кулер с нижним размещением бутыли, блокировкой от детей, охлаждением воды до 10 градусов и встроенным чайником. В этом обзоре у нас напольный кулер фирмы Hot Frost, модель 350 Annette. В комплекте сам кулер, инструкция и гарантийный талон на 2 года. Размеры кулера стандартные – 35 см в ширину, 36 по глубине и 114 в высоту. Стильный корпус кулера выполнен из сочетания пластика и металла. Весит установка 12 кг 700 граммов. С тыльной стороны выведен шнур питания. Для управления кулером в верхней части расположилась сенсорная панель управления. На ней кнопка для включения функции охлаждения и кнопка защиты от детей. Там же индикатор замены бутыли, индикатор уровня воды и индикатор нагрева. Этот кулер с нижним расположением бутыли. Ее достаточно приподнять на 2-3 см от пола и разместить внутри, а не поднимать на метровую высоту. Сюда поместятся бутыли объемом 13, 15 и 19 литров. Над шкафчиком с бутылкой расположен закрывающийся шкаф с краном для подачи воды и литровым чайником для заваривания чая и прочих напитков. Чтобы налить холодную воду, нужно нажать на пуш-клавишу краника. Бак горячей воды выполнен из нержавеющей стали. Он небольшой, на 1 литр. Бак холодной воды из пластика, на 600 мл. Мощность нагрева составляет 1100 Вт. Мощность охлаждения 75 Вт. Вода охлаждается до 10 градусов, а нагревается максимально до 99 градусов. За час прибор нагревает до 8 литров воды, а охлаждает 600 мл. Итого, это стильный и надежный кулер с нижним размещением бутылки. Вода нагревается до 99 градусов. В шкафчике кулера размещен чайник, поэтому тут можно даже заварить чай и кофе. Охлаждается вода до 10 градусов. Управление простое. Кулер сам подскажет, когда заканчивается вода и нужно менять бутыль. Такой кулер отлично подойдет не только для офиса, но и для дома. Тем более, что здесь есть защита от детей.